Итак, сегодня мы будем, значит, солить подъеловики. Подъеловики по-другому могут называть еще еловые грузди. Вот я вчера маленько забежал в лес, насобирал их. Только вылезли они. Значит, нам потребуется перец душистый, гвоздика, штучка или две. Семена горчицы я кладу. Хрен молоденький, две лаврушки, чеснок и веточка укропа, зонтик. Так, ну и вот сами грибочки наши. И аромат, конечно, грузди еловые, вот такие вот. Только вылезли еще. Можно перепутать, конечно, с рыжиками или еще с чем, но вот у них полая получается ножка. И вот здесь вот бахрома. Просто я их мыл уже. Вот они склизкие такие. Вот у нас бахрома вот здесь вот. По-моему, тут еще есть два груздя. Вот они, маленькие. Вот они белые. Вот можете обратить внимание, что ножка у них цельная. Пока что груздя даже маленького. А вот если даже взять подъеловик, самый-самый маленький, у него все равно ножка полая. Сейчас, значит, я нарежу и расскажу, что дальше будем делать. Так, ну вот все я нарезал. Получилось вот столько. Ну, я не знаю, наверное, на литровую банку хватит. Вот у нас получились кружочки от ножек и сами шляпки. Шляпки я вот такие буду оставлять. Я порезал только одну, получается, шляпку, самую большую. Ну все, сейчас получается, надо, я буду готовить горячим способом. Сейчас надо нам их довести до кипения и поварить минут 10-15. Все, приступаем. Так, значит, включаем воду. В воду мы будем добавлять все специи, кроме чеснока и зонтика укропа. Все, ждем, пока она чуть-чуть подогреется. Сейчас я вам открою маленький секрет. Итак, чтобы грибочки наши не пересолить, чтобы зимой их открыть и наслаждаться их вкусом, мы, значит, будем варить, делать горячим способом грибы. Будем сейчас их отваривать минут 10-15. Мы подсолим воду. Потом, после того, как они проварятся, мы эти грибочки достанем, разложим в банку. И потом зальем вот этим же рассолом. Он у нас уже будет подсоленный. Надо его подсолить. Значит, сейчас, пока вода греется, мы добавляем соль. Размешиваем. Пока еще не дошло до кипения, можно попробовать, как она будет на вкус. Достаточно соли или нет. Можно немножко делать посолонее, потому что грибы могут забрать чуть-чуть соли. Вот, сейчас попробуем. Я думаю, достаточно. Можно еще маленько кинуть. Все, сейчас можно забрасывать наши специи. Итак, попробовали, значит, мы воду на соль. Нас все устраивает, кидаем специи. Я сразу закидываю все. Перец горошком, гвоздику и, получается, я добавляю еще горчицу. И вот два лаврушки кинули. Все, ждем, пока все закинули мы, значит, все специи. На соль проверили. Теперь закладываем наши грибочки. Я делаю всегда на глаз. По рецептам я примерно, ну, ориентируюсь, но не делаю так, как точно в рецептах. Получается, здесь я даже не знаю, сколько воды. Ну, должно быть достаточно для такого количества. Примерно тоже я прикинул, что у меня грибов на литровую банку как раз должно быть. Вот, сейчас мы закинем все. Прокипятим. И все будут у нас очень вкусные еловые грузди. Вот наши грибочки закипают уже. Надо поснимать пенку. Жаль, что камера запахи не передает, потому что ароматы тут вообще стоят очень вкусные. Очень вкусно пахнет еловый грузди. Так, все, закипело. Закипело, значит. Засекаем время. Так вот, наши грибочки кипят еще.
Значит, мы стараемся пенку снимать и не вынимать наши специи. Рассол уже такой стал золотистого цвета. Так. Так, наши грибочки пока сейчас довариваются буквально несколько минут. Мы, значит, приготовим баночку. Приготовили, значит, остальные приправки. Нарезали чесночок. И вот хрен я соломкой порезал и еще на части разрезал, чтобы его перекладывать слоями. Ну, укропчик этому потом выкину. Вот. Ну, собственно, все. Ждем, когда доварятся наши грибочки. Так, ну все. Так, вот этот надо нам сразу удалить. Лаврушка нам не нужна больше. Так, все. Ой, промазал маленько. Так, все, начинаем закладывать хорошо их. Потрусим. Ну и смотрим, какой слой, чтобы нам еще кинуть чуть-чуть укропчика, чуть-чуть хрена, чесночка. Так, все, дальше. Второй слой. Ну, так слоями мы закладываем. Потом мы зальем вот этим вот рассолом все. И у нас получится соленые грибочки. Да, наверное, много сильно литровая баночка, но уже поздно. Открывать мы ее уже не будем. Только для употребления. Перекладывать тоже ничего не будем. Сейчас вот как положим, так оно у нас и будет солиться. Так вот, вылавливаем последнюю. Ну вот единственный минус, то что я на глаз все делаю и иногда вот так вот получается, то что думал, что на литр хватит как раз, а получилось где-то половина литра. Получилось где-то пол-литра у нас грибочков в итоге. Ну ничего, мы их сейчас зальем. Сейчас придется мне сходить найти листик хрена. Так, все, остатки сверху. Сейчас запьем. Нальем побольше водички, значит, мы сверху. Заткнем листиком хрена и все. Ничего страшного. Вот такая вот красота получается. Вкусно. Ну все, сейчас зальем маленько, чтобы она уже там привыкла друг к другу. Все, сейчас. Вот такая вот у нас красота получилась. Так что всем приятного аппетита. Ну и здоровья. Всем спасибо.